помереть спокойно не дадут. За время нашего интервью жительница Новомосковска Нина Сурта несколько раз произнесла эту фразу. У пенсионерки есть пожилая сестра. Бабушке 95 лет. После смерти она хочет, чтобы ее похоронили рядом с матерью. Нина Григорьевна пошла к работникам кладбища, чтобы уладить все формальности. На встречу пенсионерки они идти отказались. Что ж мы и будем? Там ограда. Я и буду по всей кладбище бегать, убирать оградки. На территории Новомосковского кладбища действует правило, знакомое посетителям увеселительных заведений. Со своим нельзя. Будь то гроб, памятник или ограда. Транспорт с траурными атрибутами, приобретенными у других фирм, предприятие «Ритуал» просто отказывается пропускать на территорию кладбища. Стол захотел, покупай у нас, не пустим. И явно эти самые так и сквозит. Деньги. Да вы что, перегорели, сволочи? Иначе слова нет. Исправить ситуацию должны были постановления, принятые собранием городских депутатов. Они устанавливают новые правила погребения, расстояние между могилами и высоту ограждений. Но, по словам одного из депутатов, документ был принят с нарушениями. Из 25 человек за это решение проголосовало 13. Более того, из 13 депутатов нескольких буквально привезли чуть ли не силой, там, с пищевыми отравлениями, дабы решение вот это протащить. Городские власти утверждают, что никаких проблем с погребением умерших в городе нет. Это местные ритуальные агентства. Такими способами ведут борьбу за клиентов. Сергей Речиц, Алексей Чичвадзе, ТВ-центр Тула.